вами снова я, Макс. И, значит, сегодня хочу сказать такую вещь, что, полопатив определенную информацию в интернете, я нашел инструмент, самодельный инструмент, который клепает кольца, то есть заклепывает его. И вот как раз хочу что отметить. Я немножечко покорячился и сделал себе вот такие вот клещи. Смысл этих клещиков в чем? Значит, я их надыбал на чермете. Сейчас я покажу. Вот у меня есть еще одни вот такие же клещи. Это, в принципе, так скажем, гвоздодер. Вынимать гвозди им удобно. Вот это такие, только были поменьше. Значит, я что сделал? Вот, как мы видим, на больших, вот, у него кромка острая. Вот, кромка острая, но для того, чтобы подцеплять и вынимать, соответственно, у этих вот уже плоская, вот, если смотреть, плоская, то есть, я взял ушемочкой вот это вот дело, сточил все здесь, здесь стоял болт, не болт, а заклепка, вот, теперь стоит болт, я сделал себе вот. Пришлось спилить, разобрать их, ну то есть полностью. Потому что вы никак не сделаете. И просверлить вот здесь отверстие с краю. Вот. С одной стороны отверстие и с другой стороны отверстие. Для того, чтобы когда колечко зажимается, вот, колечко зажимается вот сюда вот. Вставляем гвоздик, то есть шляпку. Зажимаем колечко. Сдавливаем, и оно образует вот с этой стороны такую вот плюшку круглую, и с этой стороны такой кругляшок получится, да. Я скажу вам следующее, да, получается, в принципе, намного легче, намного быстрее, чем расклепывать там молоточком, да. Смысл-то какой вообще, да, она облегчает жизнь, если есть возможность сделать себе такую штуку. Есть еще там какие-то кое-какие инструменты, ну, в плане, я имею в виду, там, нарисованы. Такая же вот приблуда, только сделана с отверстием для того, чтобы дырявить кольца. Ну, я не знаю, навряд ли я смогу продырявить вот такого рода кольца свои круглые. Это в основном нужно для плоских колец. Это вот в основном, какие вот продают в интернете бармицы, да, они клепотно-просечные, и смысл заключается в том, что они вот... Если на это смотришь, вот на эту бармицу, кусочек бармицы, да, вот я склепал, вот. А получается, что здесь вот смотришь, они, ну, круглые кольца, да, красивые, там плоские кольца. Но смысл не в этом, просто я хотел сказать, что я, как бы, да, чуть-чуть модернизировал свою базу вот этой, вот этим, вот этим приспособлением новым, да, вот. И как бы облегчил себе работу. Но все равно приходится некоторые кольца доделать инструментом вот этим. В принципе, все, что я хотел сказать. Делайте себе инструмент для того, чтобы лучше, как говорится, ускорить процесс работы и качество. Эстетический вид, конечно, стал получше. Вот после вот, вот именно этого инструмента стал как бы получше выглядеть. Они просто поаккуратнее стали кольца. Ну, а так, в принципе, вот она делается. Вот. Еще кусок я сделал, вот эти два куска потом скреплю, и уже будет какой-то вот начало для моей бармицы. В принципе, все.